В Сыктывкаре проходят 5-е открытые республиканские соревнования на Кубок Федерации фигурного катания Коми. Спортсмены съехались не только со всего региона, но и из городов России. Как отмечают судьи, такой конкуренции на первенстве еще не было. Всего ожидается приезд порядка 220 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Ольга Коняева подробнее. Даша Золотарева в Сыктывкар приехала из Салехарда. В прошлом году на таких же соревнованиях заняла первое место. В этот раз, говорит, не справилась с Ридбергером, но в целом выступлением довольна. Третьих мест нет, у меня только вторые и первые. Самые большие команды традиционно у столицы Коми и Ухты. В прошлом году эти две сборные и взяли большинство призовых мест. Но тогда было меньше спортсменов из-за пределов Коми, говорят тренеры. Поэтому прогнозов пока не дают. Судьи отмечают, с каждым разом уровень соревнований растет. Выступления становятся сложнее и интереснее. Кроме того, ширится география участников. В этом году более 200 человек не только с республики Коми, но и из Москвы, Ижевска, Салехарда, Кирова и Сочи. Соревнования проходят в одиночном виде. Уже откатали свою программу самые юные спортсмены 6-7 лет. По количеству медалей пока лидирует Сыктывкар. Хорошие результаты показали девочки из Салехарда, из Сыктывкара. Много призовых мест. И также мальчики из Сыктывкара и Воркуты. Вот они на первых местах. Уже в таком возрасте фигуристки на соревнованиях по 2-3 раза в год. Для юношеских разрядов программа на 2,5 минуты. Но ради одного выхода ежедневно нужно именно трудиться. А здесь главное справиться с психологическим напряжением. Я занимаюсь 4 лет. Ну да, это достаточно трудно, потому что двойные прыжки нелегко даются. И призовые места можно добиться только трудом. Самые зрелищные выступления еще впереди. Свое мастерство покажут кандидаты в мастера спорта. У них короткая, это обязательные элементы, и произвольная программы. Победитель определяется по сумме баллов. Требования к старшей группе уже куда серьезнее. Должна быть музыка, например, 3 плюс-минус 10. То есть нельзя ее перекатывать, нельзя не докатывать эту программу. Обязательно указано, сколько вращений, там минимум, сколько должно быть на каждом вращении оборота в каждой позиции. Обязательно указаны прыжки. Можно в 3-2 оборота прыгать, нельзя прыгать прыжки. Кроме того, спортсмены смогут подтвердить и защитить разряды. Первенство такого уровня оценивает компетентная судейская бригада из Москвы. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».